В общем, погода сегодня не купальная на море, и мы решили делать прогулку с Настей. Я тут на карте нашел неподалеку классную смотровую площадку, которую мы сейчас хотим найти. Предположительно, она находится на базе отдыха «Высота». А база отдыха «Высота» находится между базами отдыха «Лазурь» и «Жемчужина» вот сзади нас. То есть нам сюда. Короче, мы бродим где-то в глуши по базе отдыха «Высота» в лесу. Ищем выход на смотровую площадку. Вроде бы мы нашли выход к морю. То есть мы звоним и говорим, нас интересует домик номер 12. И больше никакой, да? Нет. 15-14 тоже нормально. База «Высота», домики 14, 15 и 12. Все, находится прям... Один раз приехали, поднялись и можно... Находится прям возле обзорной площадки. Красота! Представляешь, кто-то тут сидит вечерами, пивасик потягивает и на море смотрит. Ну чё, неплохо. Вот так вот. Вот там мы гуляли. Продолжаем прогулку по базе отдыха «Высота». Вот Настя нашла какой-то балкончик. О, тут даже панорамы пообширнее будет. Я вам подобрала новое жилье, новую базу отдыха. В следующем году вот сюда поедете. Давай вам снимем. Называется «На высоте». И вон там уже смотровая площадка находится. Подними, покажи там туда, вверх лестница. И будете каждый день ходить тренироваться вот по этим лесенкам. Там вот домик. И вниз туда спускаться. Ого-го-го-го, сколько. В общем, физкульт. В общем, физкульт, привет. Была развлекательная программа, хорошая, понравилось, мы сходили с тобой. Ну, чем рядом, дорого, недорого, бесплатно, интересно. Вот так вот. Ну, кстати, даже я уже как-то размялась. Ром, аппетит не гулял? Да нет, еще. Это у нас в лобби второй завтрак, у нас все включено. Тебя в номере ждет барабулька. И персик.